Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы с Алисой снимаем видео про игрушки. Это мы на нашу елку повесили игрушки из киндеров. Их много. И вот так все это выглядит. Сейчас фонарики включим. Вот так красивее. Итак, какие тут игрушки? Губка Боб из фикс-прайса. Улитка из шоколадных яиц из фикс-прайса. Следующая игрушка у нас такая собачка из киндера. Еще одна игрушка собачка из киндера. Так, это черепашка, но уже не из шоколадных яиц, а из акции Магнита. Там продаются большие игрушки с маленькими в наборе. Ой, Алиса включила опять елку. Вот она смеется. Алиса. Это серия шоколадных яиц, больших круглых чупа-чупс Том и Джерри. Там чаще всего попадаются вот такие мыши с сыром. Но также есть и Джерри, и Том, и кот, и собака. Вот эта вот игрушка из большого киндера яйца. Какая-то погремушка. Злая гусеница. Также снеговик. Это не из шоколадных яиц, это просто из брелка для ключей. Продается брелок для ключей. Такие у нас еще есть игрушки на елке. В общем-то, мы не все повесили. Ой, тут какой-то заяц еще. Но я просто хочу начать серию игрушек снимать. Опять миньон. Девочка из киндера. Это из Магнита опять серия. С большими игрушками продаются такие маленькие. Это лама из шоколадных яиц. Опять же. Следующая игрушка миньон. Такой он миленький, с наушниками. С одним глазом попался. Там есть разные. Сначала были яйца, потом мы повесили на елку игрушки, говорит Алиса. Опять мышонок Том и Джерри, сердечко от ошейника, игрушки из фикс-прайс. Это опять серия из Магнита. Волчок. Ой, это из киндера. Еще один миньон. Теперь уже с двумя глазами. В общем, такая елка, серию из игрушек я продолжу в следующем выпуске. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Алиса Лайт. Всем пока! Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, подо льдом моря, трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Thank you.
где-то.